Телевизор, который первым делом включают все в отеле, сквозь снег передает кадры кубинской революции. Этот, да и, впрочем, все остальные каналы очень напоминают советские скучные телепередачи. Вид из окна гораздо красивее, хотя постоянно преследует ощущение, что город Гавану кто-то изрядно подбомбил с воздуха. Бедность жуткая, при этом встречаются небоскребы в стиле Нью-Йорка 50-х. Мы много ходили пешком, натыкаясь на готические церкви и особняки колониальной эпохи. Но кладбище Христофора Колумба, пожалуй, главное туристическое впечатление от Гаваны. Некрополь Колумб – самое большое кладбище Латинской Америки, всего 56 гектаров с потрясающими могилами в стиле арт-деко. Некоторые монументы сделаны в виде египетских пирамид, еще одна копирует Флорентийский собор. Масса захоронений украшена предметами, символизирующими профессию покойника. Поскольку моя девушка Юля много фотографировала, мы решили, что ей на могилу мы положим большой мраморный фотоаппарат. Ну и крест с ангелом тоже не помешают. Гаванская набережная Маликон слабо укреплена от океанских волн. Они переливаются прямо на шоссе и заливают лобовые стекла проезжающих мимо машин. Из Гаваны мы уехали на пляже Кай-Ларго. Это цепь островов на юге Кубы. Такой реальный земной рай, как из рекламы шоколадок Баунти. С удивительным белым песком и красными орхидеями, что росли в саду при гостинице. Здесь мы провели 5 безмятежных дней, и я прочитал 4 книжки, между прочим. Морских звезд и рыбок в море плавает столько, что, кажется, оказался в супе. Уха. Кстати, если звезду положить на спину, она сама попытается перевернуться. Вернувшись в Гавану, мы совершили пару морских прогулок, а в последний день прокатались на дурацком туристическом автобусе. Еще раз проехали по Маликону, посмотрели на разбитые фасады домов. Доехали до Плаза Революсьон с Че Геварой на фасаде здания МИДа. Че Гевара, кстати, там больше, чем Ленин в Советском Союзе. Ну и напоследок счастливый поцелуй.